Perché Dio ci ha assicurato la testa. Cioè guarda, tu accendi. Дай мне деньги. Зашли в кафе. Кафе вот тут от нашего отеля. Если кому показать, то тут относительно других очень дешево. Очень дешево. Пиво, допустим, 2 евро. Здравствуйте. Тебе принесли, наверное, салфетки, руки вытирать. Ну да. Лимонные. Тут вообще вот, намного дешевле. Меди. Все намного, короче, дешевле, чем в других. Я не знаю, как это называется. Как называется вот это? Кафе? Да. А я откуда знаю? Шли-шли да сошли. Без понятия. Просто очень, ну, дешевле намного. Самая прикольная вещь, да это везде прикольно. Вот это вот, называется какое? Чесночный хлеб? Чесночный хлеб, хлеб с чесноком. А баранина тебе не понравилась? Баранину я с собой с денег забрать домой. Баранину. Баранину, вот это вот. Вот эти вот ножки барани, супер вообще. Привет, ну. Просто я так не могу сейчас есть. Дверь просто пивом. Жирный чеснок. Вкусно. Обожаю. Просто сразу же все, не могу. Взяли... Ну, как? Барабулька. Ну да, какая-то... Она не прикольная. Ну, просто я, вот, мне так захотелось. Думаю, побыть в этом, вот, не брать рыбку какую-то.